Вторая серия. Участок Мурманск-Магадан. В этой серии будет пройдено 78,5 километров. И остановлюсь на ночевку, на привал на объездной дороге Иркутска. Условия движения хорошие, вполне нормальные, комфортные. Ну вот как-то так. Так, почитаю комментарии. Юргент написал: Санта-Барбара, 10 лет, 2000 серий. Ну, короче, не получается. Так, танкист Василий. Знаете, я так думал, если к 2025-2026 году все хорошо будет, построят дорогу, возможно, может, вместе съездим? Что, правда, родителям сказать, бате все равно, а вот мама, боюсь, будет против. Но в будущем все равно куплю машину и уеду, как хотят. Василий, сначала досмотри до конца это видео. Хватит у тебя выдержки видео смотреть. Ты думаешь, так просто сел, поехал? Какой автомобиль? Знаешь, какие расходы на трассе? Ты знаешь, что я тебе говорил? Учись, и потом у тебя все будет. Так, Александр VII. Комментарий к 127 серии. 10.46 налево, зимняя дорога на Якутск. Ну, это да, она в стадии, уже, наверное, в стадии завершения строительства. Она ведет прямо к Якутску. Ну, я не стал рисковать. Я знал о ней, но предпочел лучше объехать кружок, сделать, чем неизвестно, что там на трассе. Но я знаю, идет строительство, в какой стадии находится, в каком состоянии, сказать не могу. Один раз мне прислали ссылку на дорогу от этой, как ее, от ГЭС, Красноярской ГЭС, к Якутску. Но это видео ни о чем не говорило, потому что видно было, фотографии были, не видео, фотографии. Значит, автомобиль идет по техническому объезду, и водитель жалуется, какая хреновая дорога. Ну, понятно, идет строительство, и снимать автомобиль на техническом объезде, но это не совсем корректно. Так. Саммервей, у меня сегодня праздник, не знаю, с чего начать, вашу серию смотреть или пиво пить. Ну, совмещай, и то, и то. Ну вот, вроде комментариев больше нет. На этом 12-й день движения заканчивается. Следующая серия будет уже 13-й день движения. Комфортного просмотра.
братишка, спасибо большое. Так, давай, хороший двигатель. Взаимно.
Красная гибель. Thank you.
туман какой-то. Thank you.
сказать. Сам убьется и девчонку убьет. Thank you.
Ребята, не подскажете, дальше в сторону Читы есть какие-нибудь парковки, стоянки? После Култука нету, да? А сколько до Култука ехать примерно километров? Метров 80, то есть перевалы проедешь, сразу после перевала там внизу будет парковка. Это 80 километров примерно, да? Спасибо. Так, 80 километров. Сейчас 14 плюс 4 часа. 18:30. Уже будет темно совсем. Придется здесь, наверное. Култук. 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 Ого, до стоянки сколько мне? Там перевал же. Останусь-ка я здесь.
пройду. Все, ребята, здесь я останусь до утра, наверное.